Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и, собственно, мы постараемся в этой серии кого-нибудь раскурочить. Так, Алан все у нас хочет, чтобы я музон подгонял. Блин, не очень-то я, конечно, говорю, желание туда пойти, но, с другой стороны, это дерьмо надо как-то раскурочить. Ладно, ладно, Алан, потом разберемся, как-нибудь, я обещаю, ты видишь. Сейчас у нас с текстуркой обтянется все, тут что-то тупняк какой-то непонятный. Маленький тупничок. Так, Сека. Все, да. Я сложил 2 плюс 2 и получил 4. Следователь может ехать дальше. Вау! Вася отстал от меня быстро. Ну, иди сюда, кусок. Научу тебя родину любить. Видишь, я машину курочу. Не мешай мне курочить тачку. Фу, гниляк где-то рядом. Вон он. Обалдеть. Кусок говна. Жесть. Ну ладно. Вонять так вонять. Что поделать. Так. Блин. С помощью машины их выкуривать, если честно, очень опасно. Она у меня практически наладом дышит. В любой момент может рвануть. Это первое. Второе. Скоро будет ночь. Остаться в темноте тоже не хочу. Гниляки красненькие. Будет жопа, если они все, конечно, очнутся. Всем пока. Это тачка звездец. По-моему, всему, что будет рядом. Пытаюсь маленечко от них отбиваться. Да иди нахрен от меня. Ты чё охренела? Тихо, тихо. Тихо. Я сказал тихо. Так, тачка рванула, нет, я смотрю, там еще одна есть тачка, на, вроде как на парковке. Так, ёксельмокс, сломалась пукалка, жопа. Однако это жопа. Окей, она рванула. Есть что ценное? Нет. Ясно. Блин, тачка, походу, раскурочена. Да. Охренеть не стать. Не горю желанием я так в таком духе идти на битву. Yeah, да ни хрена там кто-то есть. Здорово, жирный. Извини, если задел твои чувства, поэтому маленечко отсеку тебе бошку. А, он толка не сидел. Просраться, видимо, хотел. Так, это мне сейчас понадобится. Штука хорошая. Вообще в тему. Я бы сказал, что жизни даже необходимо. Вау, курочник. Пошел от меня. Закрой эту сраную дверь. Так, как-то насрал. Ну ладно. Так, окей. Смартные ресурсы в зоне области. Так, окей. Не шуми, парень, не шуми. Тут и так жопная ситуация. Не знаю, что это такое. Вау, что-то громыхало. Да, по-моему, джаггернаут. Не, в жопу я туда не пойду. Здесь красноголовик прячется.
Охереть. Извиняюсь за свой французский. В жопу. Надо их гасить. Тут же их просто сколько. Так. Офигеть. Все, двери ломают. Курочники. I'm pretty sure I've searched everything here. Ёксель-моксель. Чего все сюда собрались-то? У вас что, вичегринка какая-то? Я был не в теме, да, поэтому приперся. Мне говорят, а у тебя есть там напитки и все такое, да? Я такой, нет. Окей. Собрались все меня изнасиловать дружно. Ёксель-моксель. Так, кого там валить надо нахер отсюда? Да блин, здесь вообще жесть. Так. Срочно нужно перелазить, валить. Тут опасно возвращаться. По крайней мере, если я не заменю себе оружие. Ёксель-моксель, особо менять-то и не на что, да? Я смотрю. Что это вообще такое, генератор? Использовать. Блин, жопа. Почему жопа? Потому что жопа. Фига толстяк куда вышел. Обалдеть. Да. Круто. Надо валить потихоньку. Отседова. Конечно, есть и красненькие, красноголовики он везде. Так, впереди тоже он есть. Красняка. Какой-то гараж. Может, если его ошмонать, там будет что ценное. А попробовать. Один хрен все равно ночь. Я ничего не теряю, по сути. This place seems safe for now. Да, но это только так выглядит. Нужны ресурсы, ящики. Better luck next time. Такс. Окей. Придется разломать. Особо выбора нету. Я не дотащу эту хрень. Такс. Черт, спать хочу. Ноги не тащут. Блин, мне бы домой добраться. По-моему, это будет самое большое достижение из возможных. Блин, попробую взять эту ерунду. Так. А что он даст мне? Ничего не даст. Просто. Просто склад. Ни больше, ни меньше. Так, хорошо. Электропитание появится. Жизненный расход топлива. Это, кстати, если честно, интереснее. Приготовить экспрессо. Сбор еды. Смажные ресурсы. Уничтожен топливо. Что не предлагает мне как-то восстановить, раз оно уничтожено или что? Попробуем захватить электростанцию, это было бы круто. По крайней мере, попытаться можно. Тут что-то есть из зомби, вон я смотрю. Да ты запрыгнуть можешь, что? Нет? Да, печалька. Хрен узнает, что меня там ждет. Ручников здесь очень много.
Так. Три. Если честно, я подумал о том, чтобы запросить машину. Иначе, мне кажется, здесь будет жопа. Я могу и не дойти. О, тачку вижу на карте. Я не знаю, сколько там топлива, но... У меня особо нет выбора. Так. Так там кряхтит. Тихо. Кого-то жрут. Машина тоже прокурочена, но, по крайней мере, она на ходу, чисто внешне вроде. Фиг его знает. Положи пока сюда, там будет видно. Так, хорошо, можно занять. Окей. Топливо такое нужно будет. Кочевряжи где-то. Блин, нифига себе, не хватает. На ячейке вам поста недоступна. Да. Жопа. Feral, better be careful, they move fast. Дикарь. Не-не-не-не-не, только не дикарь. Только не дикарь, пожалуйста. I'm exhausted. I need to rest. Ой, нахрен остановиться, тебя дикарь захерать. Вообще бешеный. Садись в тачку. На мать. Я не знаю куда, но езжай, короче, вообще езжай люто, блин, не знаю, по кустам, по мозгам, везде это дикарь. Ему вообще нельзя давать возможности подойти к себе. Ни в коем образе. Где ты, говна кусок? Надо выехать на дорогу. Тяжко все это дело. Есть, эффект зензюбеля. Иначе бы он меня просто прибил. Это вообще без вариков. Он бешеный. Ну, кстати, дофига топлива, но я думаю, я доеду даже длинной дорогой. Так, окей. Коль не шутят. Я помню прикол, где-то здесь я тачку, кстати, разбил, да? Да. Было дело. Вон она, тачек. Фуф. Опасное дерьмо. Очень опасное. Блин, жесть. Давай, давай, давай. Такс. Окей, окей. Сейчас мы еще генератор дома поставим. Только мне интересно, как модификация ставится или что. Ой, ой. Глюки ловим. Глюки, глюки. Легкие глюки и баги. Тихо всем отойти. Всем разойтись. Это моя печенька. Так, я запутался, где я даже не догадываюсь примерно. К сожалению. Ну хотя бы так. Может, вообще жопа, не знаю, куда я еду. Я запутался, темно, ничего не видно. Мало ли, куда заборюсь, блин, убьют, прибьют лишний раз. А я и так слишком много людей потерял в своей группе. Поэтому не хочу рисковать, ну его нафиг. Такс. Окей, я понял, что типа там сокращенка и все такое. Пятое, десятое. Так, я догадываюсь, что это. Да, так точно.
Это и есть та самая сокращеночка. Я сейчас медленно, нежно, аккуратно. Что ты придумал? Молодец, что ты придумал. Где я высру столько влияния? Я ж молчу про количество людей. Так, так, давай газуй, газуй. Газуй, братишка. Все будет хорошо. Моя задача добраться. Я должен выжить. Тачка какая-то глюченная. Люто. Ладно, хрен с ним, валим. Фух. Блин, пушка еще сломалась, жопа. Вообще все плохо. Я рад за тебя, что ты еще жив. Я сам одной ногой на могиле. Медицинских этих на исходе, ну ёксель-моксель. Фух. Так. Добро. That's not going to fit. Скал убрать. Sorry, can't carry that. Да не надо нести. Так. 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 А теперь самое интересное. Берем. Верно. Нажимаем починюкать, починить, починюкать, починить. И, собственно, хватаем, одеваем себе. Верно, все снарядили. А вот эти хрени я могу это разобрать, не знаю. Нет, нельзя, к сожалению, разобрать. Печаль, беда, обида. Так, где-то здесь я притащил генератор. Окей. Скопление надо уничтожить. Я бы с радостью его уничтожил, только нужно, чтобы это кто-то сделал другой. Например, ты. I'm sure you'll be fine, hon. Да. Так, хорошо. У него маленечко покурочено. Так. Смотрим, можем ли мы починить. Нет, не можем. Зато мы можем что-то разобрать. Бац. И, в принципе, да, как бы взять другие вещи. Не знаю, там, применить можно. Да, кстати, о, круто, он механику прочитал. Шикарно. Четкий пацик. Он нам нужен. Нам нельзя его потерять. Это по-любому. Стоит как бы это учитывать. Так. Патроны. Есть. Еще что у нас? Так, на запасе есть, да? А, и вот эту хрень можно, в принципе, выкинуть. Зачем она нам нужна? Так, 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 так. Скопление надо уничтожить. Что у нас? Где скопление-то, господи? Ясно. Воу, 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 воу. Сбор материалов. Очень много скопления. Здесь еще и крикун. А он хочет сюда. Кстати, там, где дружественная группа. Ладно. Ладно, добро. Добро. Старайся выжить, чувак. Тихо, тихо. Блин, что-то ни жрачки, ничего особо не взял. В случае, если будет жопа адская, то будет жопа. Ладно. Бедный фургон. Фургон-курочник. Здорово, мужик. Ничего личного, я просто тебя задавил. Такое бывает. Ух ты, нифига себе, сколько там. Обалдеть. Вау.
там и без этого крикун был. Ой, вот это я зря пошумел так сильно. Ну ладно уж, пусть теперь выходят все. Чё мелочиться-то? Так, два крикуна идут. Ждем. Вау! Сколько братишек. Чувак, хватит мне машину ломать. Братан, сам меня вынудил на это пойти. Так, есть там еще кто? Что такое? Еще жив? Ну ладно, как скажешь. Так, надо зачистить дом, если там еще кто-то остался. Один курочник остался. We might have hit the jackpot in here. Где? Слышу, но не вижу. Блин, да где он, а? Засранец. А, вон он. Can't do it. Take a breather. Infestations are under control now. Фух. Так, теперь можно, в принципе, метнуться из-за этой хрени. Чё с бедным авто? Фургоном происходит? Я вообще не понимаю. Бедолага. Его дюжика чпыжит. Я не знаю, есть ли здесь вариант проехать по короткой дороге. По крайней мере, из-за того, что так темно, я ничего не вижу. Не знаю. Может и есть, а может и зря я так решил сделать. В любом случае, я как бы не знаю, пока не проверю. Давай, 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 давай. Все, приехали. Ну, уже давай в бок. Бок, 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 бочком, 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 как крабик. Как крабик. Крабик. Ай! Ой! Что творится? Жесть. Не, мужик, отстань меня. Воу! Понятия не имею, я на ощупь буду ехать. Может, куда и выйду. А может и нет. Сколько ничего не видно. Так, там какая-то палатка. Тоннели или еще это было. Не совсем ясно. Здесь есть какая-то дорога. Что самое интересное. Окей. Ну и новую машину бы найти было бы шикарно. Что это, кажется, уже шандец. Я даже заправлять я особо не хочу по этой причине. Так. Кстати, да, я где-то здесь помню. Видел этот. Какая еще помощь? Воу. Ух ты. Не-не, мужик, новая тачка. А. Круто. Иди сюда. Окей, running on empty. Есть эффект дюбеля. Ух, братан, ты где там?
Живой? Так. Здорово, братан. Чё опять там за шум? Вау. Чувак, погоди. Просто погоди, тут вообще капец, что творится. Вау. Мало то, что ничего не видно, так еще что-то творится. Так, братан, тихо. Поехали. Чё вообще я взял? По-моему, даже не туда зашел, куда надо. Так. Погнали, чел. Моя машина там вообще никакая. Сейчас я заправлю в эту. То, что у меня есть. Тихо. Все, она получше будет. Та вообще вся раскурочена. Отлично. Обнулочка. Все, погнали, братишка. Садись давай быстрей. Кстати, на будущее отметину сделать. Чтобы понимать, куда мне потом идти. We got a zombie nearby. Да, фиг с этим зомби, братишка, поехали, так. Жесть. Однако мне фартануло, конечно, что я нашел. Все это дело. Сейчас мне те типы, которые мне помогал захватить это место. That was fun, huh? Thank you. Yeah, not a problem. Ладно, братан, сам разбирайся, я поехал. Теперь это твои проблемы. Сожрут тебя или нет. Единственное, так пошумкаю, чтобы маленько от тебя отвлечь. Остальное уже, братан, сам разбирайся. Так. Кажись, там дерьмо бы приснулось на дорогу. Обалдеть. Сколько курочников тут. Так, знакомая дорога. Капец, как знакома. Все, я понял, где. Ого, я какой крюк сделал. Получается. Сейчас я в гору только поеду. Ну, вот трубы, которые я объезжал. Офигеть. Однако. Что-то я не помню эту хрень здесь. Ладно. Спишем на то, что я просто это не помню, потому что это темно. Темные дела. Еще когда там может быть возможность переехать в другую сторону. А вот отлично. Так. Блин, кто бы мне помог? Мне тут самому в жопу, блин. Окей. Едем за пластинками граммофона. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Вау! Красненькие. Орда красненьких. Так, ну здесь гудеть без вариантов. Иначе будет жопа. Иди ты нахрен от меня. Нахер за это. Готов. Фух. Всю энергию мою выпил, засранец. Что это? Какая крутая. Чё они тут не все живы?
Hey, look, the infestations are getting out of hand. They need to be cleared out now. Awesome. Не-не-не, братаны. Бац, сами разбирайтесь с ним. Надеюсь, вам понравится. Далеко он пропал? Да вы издеваетесь. Ж писец туда чапать. Столько топлива не хватит. Так, ладно. Здесь, конечно, варик сократить, но не факт, что поможет. Её здесь может быть. Топливо, кстати, если чё. Пару бошек сломали. Держи, несчастный. Так, ладно. Надо осмотреться здесь. Всякое должно быть. Где-то топливо. Иначе будет полная жопа. Хм. Зашибись. Кто-то украл все таблетки. Блин, вот урода, а. Вместе живем, они гадят друг другу. Что за люди, а? Здорово, мужик. Кажись, звездец будет в тачке. Придется ее со временем бросить. Что топлива вообще нет. Нет, я могу, конечно, не газовать, чтобы на остатки, да, докатываться, типа докатки. Но что-то я сильно сомневаюсь, что здесь это поможет. Сэкономить топливо. Вау, мне еще-то таскает туда-сюда. Что гораздо хуже. Так. Окей, может, я, кстати, найду топливо, было бы замечательно. Is anyone in here? Так, тут вроде пусто. Ну, что-то здесь можно найти. Отлично. Yeah, empty. Let's keep moving. Теперь этот грузовик вообще капец как неохота будет терять. С учетом его ништяков. Странные зомби. Я у них тут перед глазами такие вещи делаю. Им хоть бы хны. Ну то, что их нужно зачистить, это сомнений никаких нет. Иначе они за мной пойдут. Так, одно радует, рассвет. Совсем скоро. Понятно. Заправочная станция. Но не факт, что там что-то будет. Тихо, тихо. Так. Теперь ты. Отлично. Окей, тачку пока там брошу. Будем экономить топливо. Иначе будет совсем все плохо. Сомневаюсь, что здесь все восстановилось. Учитывая тот факт, что недавно я тут
грабил, да? Когда у нас тут инцидент еще был. Самый первый раз. Так, там крикун. Кстати, сбор топлива, если занять это место, это очень круто. Кажется, я не смогу это сделать. Или смогу? Блин, это круто. Я, наверное, вместо шконки поменяю. Придется поменять на более выгодное что-то. Такс. Где ты? Капец, ты был бесшумен. Говнюшка. Так. Хорошо, база. Откажемся вот от этой хрени. Да. Фиг с этими кроватями. Три шконки, да. Займем лучше этот аванпост. Это реально тема. Yo, the new outpost is prepped and good to go. О. Так, хорошо. Топливо у нас теперь худо-бедно будет собираться. Только не говорите мне, что он типа наверх забрался, поэтому не предлагает мне туда метнуться. Сраный крикун. Тихо. Готов. Так. Шо один несчастный. Готов. Отлично. Фак. Это очень плохо. Это очень-очень плохо. Сразу заспаунились рядом зомби. Жесть. Единственная надежда на то, что они отстанут сами. Хм. А, вот ты где. А ты чё сюда залез? Хм. Чё это с тобой? Почему ты не хочешь со мной пойти? Хм. Погнали ко мне. Yeah, I guess I'll take you up on that. Get yourself down to my place, and the team will sort you out. Will do. Хм. Oh yeah, I like that. Так. Теперь мне нужно как-то аккуратно спуститься и замочить целую ораву зомби. Секси. Что тут скажешь? Держи. Тихо-тихо. Ща, братан. Погоди. Погоди, мой хороший гниющий дерьмоед. Отлично. Так, что ж. Совсем топлива я, конечно, не нашел. Меня опечаливает, но... Здесь же у нас аванпост. А у меня где-то в загашнике еще была канистра какая-то. Я где-то брал. Блин, была же канистра, я помню. Ручная мебель, мать ее. Да, есть одна. Отлично, все, сейчас мы это сделаем дело. Хм. Окей, интересно, они на меня сильно обозлятся из-за моего решения, чтоб он теперь в моей группе был. Наверное, скорее всего, да, чем нет. Окей. Тебе и сходил за музычкой. Однако.
afraid. Нормально выживите, ничего страшного. Так, ладно, погнали. Да бедно, пока у нас есть топливо. Тихо, тихо. Ты что так дерзишь? Зашибись. Вот это курочит машину, однако. По-детски. Воу-воу-воу-воу. Изи, мэн. Так. Йоу. Корни, бабай. Так. Они вон там живут, где СТОшка. Точно помню. Или нет? Ну-ка. Да, все верно. Уоллес. Дюбеля. Хорошая машина. Эти пикаперы очень четкие. Блин, надо быть готовым к тому, что они могут начать бузить. А это жопа. Друзья заходят. Окей, попробуй такой вариант. Shit. Sorry. Maybe I was too harsh. This project will be a lot harder short-handed. Этот сзади? Так. How's it hanging? I got some stuff to trade. How about it? Cool. Sounds good. Так. Что тебе продать, чувак? Хочешь продам эту хрень? Давай продам тебе. Все, покидал. Так, ну, вроде они это... спокойно восприняли это дерьмо. И мне кажется, даже как-то успокоились. Чуточку, да? Окей. Добавлю им тут шума, чтобы им было весело. Теперь самое интересное, это мне как-то надо добраться быстрее домой. Причем с минимальными какими-то потерями. Попробуем пойти по более короткому маршруту, насколько это возможно, конечно. В нынешних-то обстоятельствах. Так. Ок. Черт, да ладно. Офигеть, какое крепкое. Даже уничтожить его не смог. Хорошее ограждение, качественное. Сразу чувствуется, где в России делали. Потому что оно осталось, даже не погнулось. Так. Идите вы нафиг, а? Вечно помогите, спасите. Кто мне поможет? У меня вон сколько проблем, блин. Не в проворот. Так. Ок. И сюда. Так, вон тут дом, который может сократить путь. Поехали. Вроде горички хватит. Так, машина чуть ближе уже к этому подкурочу. Сейчас пока не буду заморачиваться. Пока увернулся от несчастного. Сейчас здесь маленечко погазуем, все будет хорошо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Вот так. Здорово. Такс.
выбросим машину тут. В принципе, ничего страшного. Есть там что у нее ценное? Тихо, я сказал. Фу, у тебя воняет изо рта, мужик. Иди. Получи. Говноед несчастный. Уф. Думал, сдохнет. Бен, давай быстрее это. Очухивайся, а. Мы скоро копыта двинем. Однако. Лидер, блин. Так, окей. Трус не играет в хоккей, да? Так. Отлично. Та-та-та-та-та-та-та-та. Эти ресурсы. Давай спроси. Да. Как далеко? Да. Ну ладно. Пожалуй, с этим дерьмом я уже займусь в следующей серии. А на этом у меня, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.